Венеция есть, отель Флорида. А мы остановились чуть подальше. Вот в этом отеле мы остановились. Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Мы прибыли сейчас в Венецию. Мы здесь пробудем не так уж много и так уж и мало. Всего лишь две ночи. Одну ночь. Да, одну ночь. Итак, перед вами отель, в котором мы остановились. Номер не такой уж и большой, но компактный, удобный. Здесь присутствует одна кровать. Здесь присутствует четыре кровати. Вторая кровать, она двухместная. И еще одна кровать, она одноместная. При входе есть множество инструкций по эксплуатации. Также есть шкаф, в котором можно повесить множество вещей, которые вам будут нужны. Сейф маленький такой, если вы взяли с собой компьютер, то, конечно же, он туда не поместится. Запасная подушка и теплые одеяла. Так, переходим к следующему сюжету. Так, здесь есть зеркало такой непонятной формы геометрической, есть телевизор, есть холодильник, сейчас мы его посмотрим, что там внутри. Внутри у нас две бутылки, как его, пиво, так понимаю. И все платное, да? Ну, все платно, понятно, все платно, но мы это не будем ничего есть и пить. Так, тут еще цены есть, под цены. Так, дальше программа у нас 20 штук по телевизору. Есть столик на столе. Женщина и плюс два стаканчика. Пиво не предлагается, вино тоже. Так, здесь вот интересная такая конструкция, напоминающая какие-то... раньше были такие... столики. Здесь присутствует три ящика. Также здесь можно поднять, опустить. Здесь ключ не присутствует. Также есть шкафчики. Можно туда положить, что хотите. Не включай телевизор. Авторские права ты будешь нарушать мне. Так. В этом номере есть окна. Это самое оно, потому что в предыдущем номере у нас не было. Так, здесь есть кондиционер, есть карта, есть зеркало, в котором я сейчас отражаюсь. Так, и по поводу окон. Сейчас я попробую открыть. Так, раз, два, и плюс еще жалюзи, скорее всего. Да, жалюзи. Так, понятно. Открываем жалюзи. И вид у нас, ой май год. Вид у нас на крышу. Замечательный вид. Просто обалденный вид. У нас вид на крышу. Да. Вот такая здесь люстра, светильники, картина. Вот. И, ну, кровать понятная. Конечно, она теплая, удобная, мягкая. Подушки маленькие, некомфортные. Есть прикроватные тумбочки. Так, Библия есть? Библии нету. Ну, не знаю, обычно Библию кладут. Нет, пусто все. И... так, фокусируйся. И телефон. Переходим к более важной комнате. Так, здесь ванная. Душ. Вот такой стеклянный. Также раковина, мусорка, биде, полотенце, стаканчик присутствует. Также вот такой интересный светильник. Самый важный здесь фен. Смотрите, какой здесь фен интересный. Вот так через это отверстие выдувается воздух. То есть вы поднимаете и сушите себе волосы. Вот такой здесь фен. Так, дальше есть туалет, 4 туалетные бумаги зачем-то, я даже не знаю. И также, как мусорки присутствуют, чтобы выбрасывать мусор. Пакетики одноразовые зачем-то. Так, ну, понятно, что полотенце тут есть. Есть стульчик, можно сесть и посидеть. Также покажу вам душ. Душ вот такой интересный здесь.
Вот. В общем, ванная, конечно, не такая большая, но более уютная такая. Вот. Отель. И здесь, на стенке. Да, и на стенке. Отель находится внутри жилого дома. Картины, то бишь одна картина, конечно же. Так, кровать, она уже совместная. Зеркало.